Сізден назарыңызға Дүниежүзілік банктың Doing Business рейтингісі индикаторларын жақсарту жөніндегі шаралардың 2014 жылға арналған кешенді жоспары ұсынылған. Осы рейтингдің шеңберіндегі жұмыстың негізгі мақсаты индикаторлардың позицияларын тек қана жақсарту емес, аталған рейтингті бизнесті жүргізу үшін қолданыстағы әкімшілік кедергілерді анықтау мен талдау және оларды жою жөнінде қажетті шараларды қабылдау үшін құрал ретінде пайдалану болып табылады. Вашему вниманию представлен проект комплексного плана по улучшению индикаторов рейтинга Doing Business на 2014 год. И, как я сказал, основной целью является не просто улучшение позиций индикатора, а использование данного рейтинга как инструмента для выявления и анализа существующих административных барьеров для бизнеса и принятия необходимых мер по их устранению. С учетом этого, каждый индикатор разложен на бизнес-процессы, определены пошаговые мероприятия по их улучшению, которые легли в основу плана, включающего в себя 46 мероприятий по 11 индикаторам. Сформирован перечень из 19 нормативных правовых актов, которые необходимо внести изменения в реализацию мероприятий, плана, предусматривающий внесение изменений в 5 кодексов, 3 закона и 11 подзаконных актов. Принятие данных изменений позволит упростить, а в некоторых случаях и исключить ряд процедур, например, экологическая, санитарно-эпидемиологическая, энергетическая в сфере промышленной безопасности. Несмотря на достаточно высокие позиции страны в рейтинге, 50 из 189 стран все еще остаются низкими позиции по таким индикаторам, как международная торговля 186, разрешение на строительство 145, подключение к системе электроснабжения 86, получение кредита 89 места. Проектом комплексного плана предусматриваются следующие мероприятия. По индикатору открытия предприятий. По линии Национального банка предусмотрено исключение двух документов – устава и документа, подтверждающего регистрацию юридического лица, из перечня документов, представляемых при открытии банковского счета. По линии Министерства финансов исключение четырех документов – свидетельство о регистрационном номере налогоплательщика, стат-карты, уставы и документы, подтверждающие регистрацию юридического лица из перечня документов, представляемых для проверки клиента субъектами финансового мониторинга. Подачу заявления на регистрацию юридического лица уполномоченным представителем, когда учредителем является иностранец или иностранное юридическое лицо. По индикатору регистрации собственности, автоматизация государственной услуги, выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество в части подачи электронного заявления посредством веб-портала электронного правительства. По индикатору получения кредитов, сокращение требований к залоговому договору и возможность залогодателя, согласие залогодержателя распоряжаться заложенным имуществом, то есть внедрить невладельческие залоговые права. По индикатору подключения к системе электроснабжения, упрощение порядка выдачи тех условий путем оптимизации сроков с 7 до 5 рабочих дней и количество документов с 7 до 4. Исключение процедуры прохождения энергетической экспертизы, введение обязанностей. За энергопередающими компаниями размещение на своих сайтах перечня организаций, лицензированных на выполнение проекта внешнего подключения к сети электроснабжения с указанием их адресов, сайтов, телефонов. По индикатору разрешения неплатежеспособности предусмотрены мероприятия по сокращению сроков, стоимости проведения процедур банкротства и обеспечению повышения коэффициента взыскания требований кредиторов, позволяющие сократить количество преднамеренных банкротств, повысить коэффициент взыскания требований кредиторов и сократить сроки и стоимость проведения процедур. По индикатору исполнения контрактов, разработка автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства, введение упрощенной формы искового производства по некоторым категориям дел, внедрение возможности дистанционного исследования доказательств, дистанционного заслушивания объяснений участвующих в деле лиц с помощью средств видеосвязи, введение ограничения времени, в течение которого ответчик вправе предъявлять встречный иск. По индикатору международная торговля, сокращение документов, счет на транспортировку и счет за терминальную обработку, снижение коэффициентов к тарифам на транзитные перевозки грузов при гарантированном объеме перевозок, переработка вопроса с китайской стороной о применении единых тарифов на перевозку ЖД-транспортом грузов при транспортировке в Республику Казахстан из китайских портов.
Ну и кроме того, по индикатору международной торговли предусматривается внесение изменений в кодекс относительно внедрения электронного декларирования. По индикатору налогообложения отмена представления реестров счетов фактур при выписке и получении счетов фактур исключительно в электронном виде, внедрение электронной системы управления очередностью в центрах приема и обработки информации в налоговых органах, сокращение кодов бюджетной классификации. По индикатору защита инвесторов раскрытие информации о сделке общественности регулирующему органу или акционерам, возможность признания судом сделки недействительной по иску акционера. Ну и по индикатору получения разрешения на строительство. Министерством регионального развития проводится планомерная работа. В текущем году запланировано сокращение 3 процедур с внесением изменений в законодательные и другие нормативные правовые акты, предполагающие исключение требований обязательного согласования и проведения экологической экспертизы для проекта с пониженными требованиями экологических норм, исключение требований обязательного согласования и проведения экспертизы по промбезопасности проектов, исключение компетенции по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов пониженного уровня ответственности. Все эти вопросы будут рассматриваться в рамках комплексной экспертизы. Ну и хочу отметить, что нами будут доведены до сведения эксперта Всемирного банка реформы, неучтенные им в 2013 году. Благодарю за внимание.